Так это все работает, все автоматизировано. Станок самодельный состоит из профильных труб, направляющих, подшипников, шпинделя, стола, шаговых двигателей, ремней, винты и так далее. Также электронная комплектующая состоит из компьютера, обычного компьютера с ЛПТ-выходом, электроники, инвертора и монитора. Вот, в принципе, все достаточно просто. Вот так вот делаются шкатулки. Вот такие маленькие шкатулочки из 4-миллиметровой фрезы, из 4-миллиметровой фанеры. Также есть еще большие шкатулки из 6-миллиметров, из фанеры 6-миллиметров. Можно их также красить, лакировать, морилкой покрыть. Вот. Подобным образом также делаются вот такие вот кроватки. Вот такая вот кукольная детская кроватка. И вот такие вот чайные домики. Тоже как 3D пазл.
открывается, и туда кладутся пакетики чая. Также могу показать еще, с помощью станка ЧПУ делаются вот такие таблички в баню с разными названиями. Скворечник. Сувениры на Новый год. И вот такая вот Эйфелева башня. Иногда мы все это собираем вместе с моим сыном. Да? Все, обращайтесь. Мои данные есть ВКонтакте.